Бегать вечно. Thank you.
Землевладелец мертв. Впрочем, все гораздо сложнее. Он был из тех людей, правда? Я не... Вот, возьми. Может пригодится. Ты хотел что-то узнать? Гиппократ сказал, ты работал с сиротами. Верно. Но Хрисис прогнала меня. Вот как. Где это случилось? В лесах у святилища Асклепия, но с тех пор много воды утекло. Как думаешь, где сейчас Хрисис? Не знаю. Возможно, у алтаря Аполлона Мелиадского. Там она решала, кого учить, а кто погибнет. Как ты начал работать с Хрисис? Выбора не было. Она моя мать. Хрисис скрывала тебя. Мое рождение — ее позор. Эту вину мне не искупить. Чем таким ужасным занималась Хрисис? Она учила детей страшным вещам. Превращала их в лазутчиков. И солдат! Я не выдержал и ушел. На тайном собрании в Дельфах Хрисис упоминала великого воина. Может, дети — часть ее плана? Она была у Оракула? Да, Хрисис хотела создать армию с неким бойцом во главе. Видимо, для своих сообщников.
тех, что в масках. Ты выполнил свой долг. Я разберусь с Хрисис. Тише, дитя. Да благословит Гера твою семью. Хрисис нужна мне, чтобы отыскать мать. Надо найти алтарь Аполлона Малиадского.
Он точно. Здесь киркопы спрятали дубину Геракла.
Алтарь Аполлона Малиадского.
Это статуя Аполлона у алтаря. Но в этот раз Хрисис увидит не беззащитное дитя. Все ясно. Предупреждение. Вы все умрете здесь! Похоже, убийство это у вас семейное, о, хозяин орла. Не смей говорить про мой род, змея! Я помню, как твоя мать принесла сюда мое дитя. Жалкое, плачущее, слабое существо. Зная тогда, что у Мирин двое детей. Но теперь ты здесь, вся семья в сборе. Говоришь о семье и отправляешь культистов к своему сыну. Кстати, они мертвы. Долопс мне больше не сын, ведь он отвернулся от богов. То есть отвернулся от тебя? Это дитя предназначалось мне. Он был слишком глуп, чтобы это понять. Моя мать поверила, что ребенок мертв. Он был мертв. О, как она рыдала, когда дитя затихло. Но я позаботилась о нем. Положила на алтарь. Молила всех богов о пощаде, и они вняли. Куда отправилась моя мать? Эта дрянь скрылась в Каринских холмах. Гелец должен был привести ее назад ко мне, но ей все равно не скрыться. Она родит нам еще детей. Что ты сделала с моей сестрой? Я спасла ей жизнь, научила страдать. Чтобы познала боль и встречала ее как старого друга. Теперь она заставит всю Грецию познать ту же боль. Ты пытала ее!
Она была ребенком! Научила выживать! Мир жесток! Будь сильный или умри! Я дала ей силу! Я убью тебя за всю боль, что ты причинила! Мир — это боль! Но Деймос с ней справится! Твоя мать визжала, как свинья на алтаре, моля богов о спасении. Я стала Деймос лучшей матерью, чем она. Могу и тебе стать матерью, хозяин Орла. Речь не только о моей семье. Ты и твой культ хотите погубить Грецию. От вас одни страдания. Твои руки в крови. Ты угрожаешь мне и смеешь говорить о страданиях? Ты убийца. Совсем как твоя сестра. Я докажу тебе. Мой сын! Это твое дитя? Он умирал. Хрисис велела сделать подношение Гере, чтобы его спасти. Хрисис подожгла храм, пока мы с ним были внутри. Хрисис служит Гере. Выполняет ее волю. Разве так должно быть? Твой сын чуть не сгорел заживо. И ты его спас. Хвала богам за это. Все хорошо. Мама здесь. Не уверен, что стоило спасать дитя. Хрисис нужно остановить. Если верить словам Хрисис, моя мать думает, что сестра давно мертва. Нельзя отпускать Хрисис! Я убью ее! Thank you.
Если меня тут заметят, будет плохо. Посмей!
время пришло. Давай. Hey, look.
Новое утро. Найду укрытие. Yeah!
Yeah.